Мэр за спорт, чего и землякам желает. По инициативе Владимира Шарыпова теперь каждую субботу на зеленой лужайке перед зданием администрации будут проходить открытые тренировки по йоге. Постигнуть дзен и зарядиться жизненной силой можно будет все лето. Тренировки бесплатные. Приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки. Для занятий рекомендуется выбрать удобную одежду, которая не сковывает движение. Обязательно взять с собой коврик и питьевую воду. На занятия обещал ходить и сам мэр. Первая тренировка состоится уже в эту субботу в 11 утра. В расписании занятий возможны изменения в случае непогоды. Мы, когда приезжаем в другие страны, ну, особенно в Юго-Восточной Азии, мы видим, что в любом сквере, в любом парке люди занимаются цигун, дыхательной гимнастикой, йогой. И я думаю, что и у нас общество уже до этого созрело, чтобы чаще заниматься спортом. И просто это же отличная возможность встретиться, пообщаться друг с другом, как-то провести время.